это что такое? Бегемот как и лежал, так и лежит. Ага, с одной стороны грудь, а с другой стороны смотри. Мне вот этот понравился. Ой, а вот этот синий. Он крылья. Осьминог лучше всего. Ну, просто видно далеко и хорошо. А вот америкосы. Канадцы последние. Ну, ты знаешь, что мне кажется, бегемот последний, но когда взлетит бегемот, все скажут, да, бегемот победил. Домик тоже прикольной. Сейчас... просто видишь, наверное, объем воздуха. Да, сейчас они его заполнят. Избушка, избушка. А вот корова тоже ответишь, как они вернутся сюда. Я думаю, вот они не станут возвращаться. Да, высоко. Может быть, они потом где-нибудь приземляются там и все. И как они их собирают, везут назад? Ой, ну машины вон есть, они наверняка... В натуре машины все поуезжали. Да, они наверняка просто где-нибудь их потом... Где-нибудь. Интересно, где-нибудь. Но это недалеко, я уверена, что они далеко не полетят. Во-первых, уже как бы вечер, поздно. Мне кажется, что как только... Смотрите, какой дракон. Бегемот. Я же предупреждал. Дракончик. Дракончик. Да дом, смотри, его еще наполнять и наполнять. А они, кстати, если заметили, они вот их только наполнят, их даже не держат, и просто он сразу взлетает. Канадцы полетели. А что за лимончик? Это, кстати, красивый сразу. А лимончик этот маленький, кажется. Они действительно что-то, некоторые меньше, некоторые больше. Видишь, у них отпустили и уезжают. Да. Да, но мне кажется, что когда они взлетают, единственный контроль...